Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видео обзор на вот такой вот батончик мюсли, называется мой лайк. Да, лайк здесь написано, я не ошиблась. Яблоко с корицей для стройности, вкусно и полезно, со злаками и зеленым кофе. Такой вот так он выглядит, маленький. Так, у нас здесь 25 грамм всего лишь. Ну да, как раз для стройности, наверное, и сойдет. Здесь есть состав. Так, ага, вот виден состав. Кому интересно, нажмите стоп и почитайте. Вот. Вот отсюда вот состав уже виден более-менее. Так, и сейчас... посмотрим, так, килокалории у нас здесь 90, что ли, получается. Ну да, где-то 90. Так. В 100 граммах. Так, ну здесь все на иностранном языке. И давайте его отрежем и посмотрим. Тоже у нас там внутри. И для этого нам еще с вами понадобится моя помощница. Вот такая тарелочка. Какой красивый! Батюшки! Я когда-то уже покупала его, но я не помню, чтобы он был таким красивым. Смотрите, как красиво. Такой он это ароматный, прям так пахнет. А с этой стороны не очень. Видимо, знают, как класть. Такие здесь прямо какие-то кружочки, непонятно чего. Пахнет прям яблочком. Классно. Довольно ломается так мягенько. Мягенький должен быть, хорошенький. Так, ну, что-то не фокусирует. Ладно, давайте попробуем его тогда. Ну, такой он все равно немножечко жестковатый. Из-за этих кружочков они прям разбегаются так по рту. Интересно. Вот, но когда я его только-только положила в рот, языком до него дотронулась, сразу почувствовала вкус яблока. То есть, в принципе, когда само настоящее яблоко вы кладете в рот, мне кажется, оно не так сразу ощущается. Ну, тут, естественно, оно не настоящее, и вкус яблока пошел именно от этих кружочков. То есть, само яблоко, понятное дело, здесь нету. Хотя, не знаю, может, варенье какое-нибудь. Вот. Ну, ломается вот хорошо, но жуется немножко сложновато. Но все равно очень вкусно, очень понравилось. Его, кстати, да, я его покупала в фикс-прайсе, забыла сказать. Вот. Но, по-моему, он продается даже в других магазинах, по-моему, я его видела. Есть вот зеленый, а есть, по-моему, еще какой-то. С кофе, что ли, я не помню. Какой-то, по-моему, коричневый. Не помню, в комментариях напишите, кто пробовал, какой вам батончик больше всего понравился. Чем понравился. Вот. Даже шоколад тут чуть-чуть, видите, сверху есть. Вот. Ну, в принципе, такой вот вкус. Давайте еще одну попробую. Яблоко прям, да, очень-очень хорошо ощущается. Такая именно кислинка яблока. Корица, вообще не почувствовала, что там есть корица, я даже про нее забыла, сейчас вот повернула голову, посмотрела, оказывается, корица должна быть. Ее и не почувствовала. Вот, сладкий, но немножко такой сладкий, в меру. Не приторный, не прям сильно сладкий, чуть-чуть прям есть сладость. Но жестковатый, да. Прям вот попадают вот эти вот штучки под десна. Немножечко не очень приятно.
Вот у кого нету зубов, будет немножко сложновато жевать. Немножко, да, они такие, он жестковатый такой немножко. Вот, хоть и ломается довольно легко. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.